Друзья мои, всем привет! Настало время познакомить вас с еще одной замечательной, эффективной и прибыльной стратегией под названием «Азиатский отскок». Кстати, разумеется, из этой стратегии также был создан робот, поэтому она проверена за участок истории более чем в 5 лет. И в самые лучшие свои годы она показывала профит до 2000% годовых. Помните только, что, конечно же, это с учетом сложного процента. Стратегия эта тестировалась нами на рынке Форекс на валютной паре фунт-доллар, но, опять же, ее можно применять и на криптовалюте с небольшими изменениями. Ну а я по традиции напомню, что для применения этой и любой другой стратегии очень важно выбрать надежного брокера. В моем рейтинге ты сможешь найти топ-3 компании, которые я лично проверил на своих собственных счетах, между прочим, за 12 лет трейдинга. Там же ты найдешь и единственно надежную криптобиржу для РФ. В общем, все ссылки в описании этого видеоролика. Так как рынок в 90% случаев имеет волнообразное движение, пусть оно даже трендовое, флетовое, мы всегда видим откаты. Логика этой стратегии выстроена как раз-таки на том, чтобы найти наиболее вероятные зоны отскока. Итак, какие же вероятности отслеживает данная стратегия? Первое – это откат на переходе из одной сессии торговой в другую. Если это рынок Форекс, то это с азиатской на европейскую. Если это рынок криптовалют, то с тихоокеанской на азиатскую. В общем, наша задача здесь, по сути-то, открывать сделку в 10 утра по Москве на рынке Форекс и в 00 по Москве на рынке криптовалют. То есть мы сразу же с первой же сделки пытаемся получить контртрендовое движение от предыдущей торговой сессии. И второй момент, это, разумеется, те самые любимые мною уровни Fibonacci. Как минимум, из любой сделки у вас будет 5 вариантов отката. Эта стратегия собрала в себе все возможные вероятности, чтобы вы получили тот самый откат. Если не с перехода одной сессии на другую, то как минимум на касании уровней Fibonacci. То есть мы каждый день торгуем от уровней с максимальной вероятностью отката. Это, в общем-то, все, что вам нужно знать про логику торговой стратегии, азиатский отскок, откат, как ее ни назови. Ну а если тебе интересны математические стратегии заработка с беспроигрышным вариантом, то обязательно изучай мой видеокурс «Все секреты». Зачем в самом деле откладывать свою стабильность и финансовое благополучие еще на несколько лет, если изучить эти тайные методики ты можешь прямо сегодня? Поэтому, если тебе надоело тратить свое время на перебор разнообразных стратегий, просто переходи по ссылке в описании, попади на мой официальный сайт и выбирай курс «Все секреты». Теперь давайте перейдем конкретно к логике стратегии. Смотрите, если вы торгуете криптовалюту, начну все-таки с нее, то вам необходимо брать, соответственно, тихоокеанскую сессию и смотреть вот этот вот каналчик от 19.00 по Москве, ну, грубо будем говорить, да, до 00.00, ну, то есть перехода в следующий день. То есть вы просто берете, вот, к примеру, здесь у меня эфир, находим с вами 19 часов, вот у нас 19 часов, смотрим, куда цена шла до начала нового дня, соответственно, видим, что здесь был рост. Вот этот вот каналчик как раз-таки нам нужен. То есть вот здесь, в момент того, как у нас, соответственно, день открывается, мы открываем с вами сделку на продажу, и, в общем-то, здесь мы сразу же с вами зарабатываем. Но, по сути, если вдруг что-то пошло не так, то у нас вот так вот растягивается, как раз-таки, опять же, Fibonacci от одного экстремума к другому вот этого канала. И, соответственно, вот у нас есть уровни 160, 200, 260 и 420. Это уровни, которые нам необходимы будут дополнительно в качестве усреднения, если вдруг цена пойдет в обратном направлении. Я показывать сегодня буду только на валютном рынке, на валютной паре фунт-доллар, на котором эта стратегия тестировалась. Но имейте в виду, что если вот все это применимо с небольшими изменениями под крипту, то что вы берете не азиатскую сессию здесь, а именно тихоокеанскую с 19.00 по Москве по 23.59 текущего дня. Все, дальше, соответственно, в ночь вы сразу же открываете обратную этому контртренду позицию. Теперь давайте поправим. Итак, я перехожу на пару фунт-доллар. Что нам необходимо делать как трейдерам рынка Форекс? Соответственно, мы с вами смотрим день, просыпаемся, к примеру, в 9 утра, и вот у нас есть часик, чтобы дождаться момента, когда цена дойдет до необходимой нам точки. Вот у нас открытие дня. Мы дожидаемся 10 часов. По RoboForex очень удобно это делать, потому что у него время московское чаще всего, пока нет перехода с летнего на зимнее время. И, соответственно, вот здесь мы понимаем, что вот в этой точке мы с вами должны были продавать, потому что все-таки цена от открытия дня до 10 часов у нас подросла. Какую прибыль мы здесь должны взять? Мы здесь с вами должны брать именно вот этот вот канальчик. То есть мы с вами вот здесь замеряем его расстояние. Здесь у нас 460 пунктов. И, соответственно, вот это и будет нашим тейк-профитом. Вот он, наш тейк-профит, который мы ожидаем получить. Соответственно, дальше мы открываем здесь продажу. Цена не дошла. У нас первое усреднение пошло бы от уровня
161,8, второе усреднение от уровня 200. Очень интересная фишка в том, что в этой стратегии уровень 160 и 200 мы ни в коем случае не увеличим лот. То есть здесь идет усреднение с основным первоначальным лотом. Увеличение лота в два раза производится именно в момент, когда мы с вами доходим до уровня 260 и 200. О, господи, 423. Если у вас сразу же цена не пошла в нужном вам направлении, да, вы не получили take profit, то, соответственно, дальше усреднение я рекомендую лично делать именно в безубыток. Соответственно, по уровням Fibonacci мы усредняем, если цена у нас не пошла сразу же в нужном нам направлении. Опять же, вот здесь мы видим, Азия начинает открываться, она начинает расти. Соответственно, здесь мы очень-таки легко, не трогая никакие уровни усреднения, сразу же получаем наш take profit. То есть он в данной ситуации составил 370 пунктов и мог бы быть даже больше. Есть моменты, где оно уходит еще дальше. Если кого-то интересует, как было реализовано в роботе, то чаще всего лучший результат он показывал либо не доходя 20% до take profit, либо просто сразу же 50% от вот этого размера канала. То есть берем, замеряем от одного экстремума до другого, делим это на 2, вот и наш гарантированный take profit. То есть такого take profit цена достигает, ну, в очень колоссальном количестве случаев. Если... Вообще я рекомендую перед тем, как принять для себя какие-то правила take profit, сопровождения позиции и так далее, просто побегать по графику и посмотреть, что вам будет ближе. То есть вы на самом деле можете отметить, что практически в любом дне всегда идет откат от Азии. То есть это очень вероятное событие. Любая математическая стратегия, она основана на вероятностях, да? Чем выше вероятность, тем эффективнее стратегия. Любое утро чаще всего мы видим с вами с некого отката от тренда, да? То есть всегда есть какой-то откатик. Даже если здесь вот мы его не схватили, то потом на усреднении мы видим, да, что у нас усреднение всегда эти моменты закрывают, потому что всегда идут откаты. Бывают ситуации неприятные, когда цена идет в очень лютый безоткатный тренд. Например, вот здесь мы продали, да, и у нас она ушла, ну, против наших позиций. Поэтому для этих ситуаций, для того, чтобы их избегать, как раз таки нужны фильтры, о которых мы поговорим с вами прямо сейчас. Итак, первое правило, первый важнейший фильтр. Предыдущий день не должен быть аномально большим или аномально мелким. Лучше на следующий день не торговать, просто потому, что подобные дни очень часто становятся катализаторами крупных резких движений. Второе. Если вы изучили мои топ-3 паттерна лучших в трейдинге от Антона Рожновского, то, соответственно, лучшим вариантом использования этой стратегии, у нас, кстати, были модификации этого робота, и они работали намного лучше, чем ту, которую базовую мы сейчас с вами изучили, это возможность входа именно с паттерном. То есть к 10 утра, когда вам необходимо открывать сделку контртрендовую по отношению к азиатской или тихоокеанской сессии, вы в течение 1-2 часов ждете разворотный паттерн. Но смотрите, как это выглядит на графике. Давайте возьмем этот день и вот этот, где пошло почти безоткатное движение, где, скорее всего, мы попали бы в очень длительное такое усреднение. Как можно было этого дела избежать? К примеру, здесь мы понимали, что мы должны были продавать, и у нас все это хорошо отработало. Мы переходим с вами, это у нас 12 июня, переходим с вами, к примеру, на М5 и ищем паттерны, которые я вам давал. В этой точке на 5-минутном графике у нас находится как раз-таки тот самый важный час, это 10 часов. В принципе, от открытия до закрытия мы видим, что цена росла, значит, нам нужно здесь продавать. Дальше мы с вами ищем непосредственно паттерны, которые я вам совсем недавно показывал. Вот мы видим, что вот появляется вот здесь крупное тело и 30% от предыдущего тела, да, то есть паттерн внутренний бар. Здесь, соответственно, мы можем найти с вами правильный пин-бар или центральное поглощение. То есть мы с вами здесь продали бы в максимальной точке и получили бы движение вот к этой части, да, к открытию рынка, куда больше, чем если бы мы делали это с 10 утра, то есть получили бы здесь какие-то крохи. То есть наш профит бы здесь в данном варианте составил более 350 пунктов. А теперь давайте посмотрим день, когда пошло безоткатное движение. Итак, это у нас было в следующий день. Мы с вами сейчас переходим и отыскиваем как раз таки момент, где у нас было 10 часов. Вот у нас 10 часов, и мы начинаем с вами искать паттерны для разворота. То есть для того, чтобы войти против вот этого трендового движения. Мы видим, что паттерн у нас образуется примерно в течение 30-40 минут, но мы заходим все равно по более выгодной цене и сразу же получаем некий откат. Наша задача, когда мы вошли здесь, получить профит в размере, если мы берем не 50%, а полный профит, да, в размере 600 пунктов. Немало, да? Но именно за счет того, что мы здесь входим с вами с паттерном, мы можем растянуть уже уровень Fibonacci непосредственно с этой разворотной точки. Мы, кстати говоря, видим, что после паттерна цена сразу начала делать некие коррекции. Соответственно, здесь, открывая позицию, цена не идет в нашу сторону, однако вы можете заметить, как четко теперь она будет реагировать от каждого уровня усреднения. То есть банально по уровню 161,8, в общем-то, мы здесь, вот вход у нас вот тут осуществлен, да, соответственно, здесь мы имели бы полную возможность усредниться в безубыток. Если же этого не произошло, то, соответственно, на следующем же ближайшем уровне 261,8 мы точно получаем нужное нам движение. То есть, казалось бы, тренд
колоссально огромный, начался именно с 12 июня. С 13-го. Вот мы видим, что это движение было просто в размере колоссального количества, более 3000 пунктов. Однако мы усреднились уже буквально на следующий день, четко, ровно из-за того, что использовали для входа именно паттерн. Поэтому паттерны изучить обязательно. Следующий, также важный момент, вообще рекомендую все это дело, конечно же, комбинировать. Наибольшая вероятность того, что вы сразу же получите откат при переходе из одной сессии на другую, заключается именно тогда, когда это микродвижение на азиатской сессии, к примеру, противостояло глобальному тренду. То есть, к примеру, глобальный тренд у нас бычий, а откат на Азию, то есть движение на Азию, оно медвежье. Соответственно, наибольшая вероятность рынка всегда заключается в том, что микротренд все-таки последует за глобальным трендом. Таким образом, используя только это правило, уже можно избавить себя от 80% безоткатных движений. Под завершение я просто хочу сказать, что 12 лет торгую на финансовых рынках и прекрасно понимаю все ваши чувства. Когда ты торгуешь уже год или два, то вздрагивать каждые 5 минут из-за того, что вдруг цена улетела против твоей позиции, ты не успел усреднить или ты забыл войти прибыльную сделку и печально глядеть в терминал, когда цена уходит без тебя, ты мог бы это движение заработать, это очень тяжело с психологической точки зрения. И если вы понимаете, что такая жизнь не для вас, и вы сейчас изучали эту стратегию и понимали, блин, ну это очень психологически тяжело, не мучайтесь. Просто подключайтесь к нейросети Люцифер и доверьте свой заработок автоматизированным системам трейдинга. Самое вкусное здесь то, что эта система абсолютно бесплатна для участников нашей VIP-группы, а чтобы в нее попасть, достаточно просто зарегистрироваться у брокеров в моем рейтинге. После чего пополняй счет и оставляй заявку на нашем сайте. Все полезные ссылки в описании этого видеоролика. Ну а с вами был Антон Рожновский, и ждите в скором времени новые, еще более интересные стратегии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления об этих стратегиях, и обязательно пишите свои комментарии. Пока!